Всем привет, ребята! Сегодня мы на Днепре, на пляже Грибки. Приехали ловить леща. Погнали, посмотрим, что с этого получится. А сейчас начнем с прикорма. Итак, еще раз всем привет. Взяли сегодня за основу интеркриль фидер кукуруза, карповый закорм. Будет у нас как основа для нашей прикормки. Следующий ароматизированный солодкий бисквит флагман. В желтом цвете. Вот такая вот тема. Ну и насчет гороха сильно не заморачивался. Купил вот такой уже вареный горох. И мамалигу тоже с горохом. Сейчас это все быстренько замешаем и будем закармливать. Сегодня вся прикормка у нас будет в желтом цвете. Сейчас так обильно перемешаем. Запах сладости. Следующий сразу же, без добавления воды, крошим сюда горох. Такой кирпич. Хороший такой. Так, берем его и скрошиваем сюда полностью. Ничего страшного, если попадутся крупные частицы, наоборот, это хорошо. А при замесе, при следующем с водой оно уже растворится. Вот так все, хорошенько. И добавим сюда гороха покрупнее. Вакуумизированная упаковка. Вот такой крупный горох вареный. Вот, кому интересно, вот такой вот горох. Обильно все на сухую, пока без воды перемешиваю, без добавления воды. Вот так. Все, и сейчас будем порционно добавлять водичку, замешивать наш прикорм. Второе увлажнение сейчас сделаем с помощью мелассы, карамель, лящ. Буквально 1/3 баночки добавил. Сейчас еще замешаем. Это второй замес уже. Сейчас будет второй замес.
первые интересные поклевки. Мелкие такие. Взял 100-граммовую кормушку, но пока без грунта зацепа. Сносит, надо менять. Дистанцию отбил на колышках 48 метров. Будем держать темп буквально так же там. 5-6 минут будем перезабрасывать. Потом у нас впереди будет ночь. Поэтому ночью, я думаю, ловить мы не будем вообще. Встанем где-то часа в 4 утра. 4:20 сделаем парочку десятков прокормочных кормушек. Я думаю, с утра будет уже повеселее.
Сейчас немного перекусим. Ну все, будем ждать. Какое-то слабое утро, я думал, будет получше. Как серпом болят там просто.
еще пробовать. Уже хоть что-то. Хоть что-то радует. Дальше будем только не сошел. Только не сошел. Вот ты нанон. Чуть еще подальше на берег. Нахрапом просто. Ну такой. Привет передает. Всем. Такой. Грамм тут. Тут, наверное, грамм 350-400. Такой подлящий. Хороший. Хороший. Неждан. Просто неждан. Появился ниоткуда и пропал никуда. На детский крючок. Просто на детский номер. Крючок 8 номера. 14 номер крючок. Он просто его чвакнул и все. Ну и шо он туго, да. Я думаю, сейчас перевяжу поводок. Думаю, сейчас поставлю чуть побольше крючок. Все будем пробовать. Thank you.
пиво будет, что попить? Поесть. Как он клюнул, вообще непонятно. Главное, ничего, решил просто перезакинуть. Подымаю тут. Рубает уже. Охуя. Да. И мессия водоросли подцепил. Червя забрал и сошел. Лещевые поклевки. Ну все там немного. Всем спасибо за просмотр. Да, ребят, я вам скажу, рыбалка была такая трудовая. Много рыбы, конечно, поймать не получилось. Приловил вас небольшой такой тараночный синец. С утречка зашел под лящик. Вот. Ну а так-то я рассчитывал, конечно, на большее. Ну, рыбалка как большое эльдорадо. Сегодня да, завтра нет. Поэтому... Я надеюсь, вам видео понравилось. Я думаю, в следующий раз будет получше. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Вы были на рыбалке. С вами был Андрей. До скорых встреч.